Тверская область, Ржев. В историю Великой Отечественной войны битва за этот город вошла как одна из самых жестоких и кровопролитных. Жертвы с обеих сторон составили почти 2 миллиона человек. В конце апреля чебоксарские школьные поисковые отряды отправятся под Тверь на вахту памяти. Республика Крым, Ленинградская, Смоленская области. За 5 лет чебоксарские школьники побывали на многих местах сражений. Поисковые отряды сформированы в 4 столичных школах – 29 и 57, а также в 4 и 5 гимназиях. Ребята буквально осваивают новую профессию. Учатся работать с металлоискателями и картами, правильно датировать находки, проводить исторические исследования. Андрей Смелов отправляется в экспедицию уже во второй раз. Я хочу почувствовать сам всю эту погоду, всю эту атмосферу, потому что ты приезжаешь на место раскопок, на места боев, это действительно ощущается. Ощущается, что души бойцов находятся рядом со мной и каким-то образом пытаются обратить на себя внимание, чтобы мы их могли найти. Первыми под Тверь поедут поисковые отряды 29-й школы и 4-й гимназии. Жить придется в полевых условиях. Все эти трудности, они, безусловно, переживаемо, потому что та цель, ради которой едут и школьники, и учителя, она направлена в первую очередь на установление имен погибших.